Доктор всегда остается доктором. Даже не надев белый халат, медработник действует без промедления, едва услышав «Есть здесь врач». Так и случилось на борту самолета, летевшего из Алматы в Уральск. Героиня нашего сегодняшнего сюжета Гульсым Жумагалиева спасла жизнь малышу. Выражаем благодарность за без преувеличения героический поступок, о котором стало известно на всю страну. Вы действовали очень оперативно и смело на борту самолета, спасли жизнь ребенку. От имени Управления здравоохранения хочу пожелать вам здоровья, семейного благополучия и успехов в работе. Гульсым Жумагалиева – опытный врач, который много лет работает в сфере здравоохранения. Серьезный стаж и профессионализм помогли ей в считанные секунды отреагировать, когда на борту самолета случилась беда. В одночасье женщина стала героем, однако свой подвиг оценивает скромно. Ну, я оказала ему ту помощь, которую нужно было оказать. И при помощи стюардов они мне принесли кислород, они мне принесли медикаменты, которые есть у них в аптечке. Могли открыть аптечку и все, что нужно было оказано. Как признается врач, внеплановая операция по спасению ребенка проходила тихо, чтобы не вызвать панику среди пассажиров. В этом ей помог экипаж самолета. При этом она отмечает, что любой врач в аналогичной ситуации поступил бы так же. Алексей Кочемасов, Айгуль Лагашкина, Адильбек Исаков, Алихан Исказиев, Акжаик Акпарат.